пойдем да поглядим, хорошо ли мы сидим. Подойдем да поглядим, хорошо ли мы сидим. Но жалость больше дави. У этих сострадание хорошо развито. Они мучеников любят. Прекрати! Итак, мы возвращаемся к теме замысла. Что мы видим? В руках у наших героев металлофон. Считается, что это самый древний музыкальный инструмент, не считая человеческого голоса. Пластины металлофона делали обычно из меди или бронзы. Длина, ширина и толщина металлических пластин была напрямую связана с высотой звука, возникающего при ударе молоточком по металлу. Мы видим, что на пластинах есть надписи в виде латинских букв. Очевидно, что это названия уже знакомых нам нот натурального музыкального звукоряда. Но при этом мы видим, что пластины расположены не последовательно, как это нужно для игры на инструменте, а хаотически. На двух пластинах надписи практически стерты. Что хотел нам сказать этим Дмитрий Зодчий? Нет цели растолковывать. Есть цель запустить зубчатые колеса в головах. Дмитрий Зодчий. Мы знаем, что упорядоченный музыкальный строй рождает музыкальную гармонию. В нашем же случае привычный порядок вещей был кем-то намеренно нарушен, как и целостность инструмента. Более того, теперь мы не сможем сыграть на нем даже простую мелодию. Для этого необходимо восстановить название нот на потертых пластинах. Итак, первый вывод мы видим. Беспорядок, дисгармонию, утрату привычного мироустройства, нарушение целостности гармонии, как основы нашего мира. А у них все так. В головах руины, в сердцах руины. И снаружи одни сплошные руины. Металлофон в фильме использует натуральный, простой звукоряд из 7 звуков, и его состояние – это нарушение основ самой природы, сути вещей. То есть мы видим хаос, отсутствие связанного и обоснованного порядка. Но пластины не могли сами перепрыгнуть на другие места и самозакрепиться. Значит, кто-то намеренно приложил к этому руку. Внутри каждого хранится код. Когда противник подбирается и подкручивает, все вокруг рушится. Исчезают целые государства. Если же все перевернуть, настроить частоты правильно, заставить массы жить сердцем и вытянуть их из зоны влияния противника, все вмиг засияет. Музыка на основе 432 Гц обладает благотворной, целительной энергией. Потому что это чистый тон математической основы природы. Текущая настройка музыки на основе 440 Гц не гармонирует ни на одном уровне и не соответствует космическому движению, ритму или естественной вибрации. Впервые попытка массово изменить волны произошла в 1884 году. Но усилиями Джузеппе Верди сохранили прежний строй, после чего и стали настройки ля,
равные 432 Гц, именовать Вердиевским строем. Также незадолго до Второй мировой войны, в 1936 году, министр нацистского движения и тайный лидер в управлении массами Геббельс пересмотрел стандарт на 440 Гц, частоту, которая сильнее всего воздействует на мозг человека и может быть использована для управления большим количеством людей. И это объяснялось тем, что если лишить человеческий организм естественной настройки и поднять натуральный тон немного выше, то мозг будет регулярно получать раздражение. Кроме того, люди перестанут развиваться, появится множество психических отклонений, человек начнет закрываться в себе, и им станет гораздо легче руководить. Это явилось основной причиной, по которой нацисты приняли новую частоту ноты ля. 440 Гц является неестественным стандартом настройки, и музыка в частоте 440 Гц конфликтует с энергетическими центрами человека. Музыкальная индустрия использует введение этой частоты для влияния на население, чтобы добиться большей агрессии, психосоциальной ажитации и эмоционального дистресса. Например, бывают сводные оркестры, когда в них присутствуют музыканты из разных стран по разным причинам, и им необходимо договариваться о том, на какую частоту им всем настроиться надо. Но, к примеру, покупая цифровое пианино, обнаруживают, что оно привязано к 440 Гц. Музыкант меняет вручную эти настройки, а иногда это значение сбрасывается при включении. А если не проверишь, будешь играть в 440 Гц. Насчет 432 и 440 Гц – это очень простой вопрос. Попробуйте сами, воспользовавшись простейшей математикой, поумножать, поделить значения частотных рядов. Все будет предельно понятно. Дмитрий Зодчий. Гармония и хаос – это два конфликтующих полюса. Это созидание и разрушение во всех известных смыслах. Попробуем прояснить, какую же все-таки информацию несет этот хаотически выстроенный звукоряд. Обращает на себя особое внимание пятая пластина с буквой G, обозначающей ноту соль. Сама пластина повернута вокруг воображаемой оси, а хвост у буквы G оказался при этом сверху. Как известно, у режиссера Дмитрия в его зодческом проекте ребусы многослойные, да к тому же еще и на разных языках. А такой акцент на пластине с буквой G отнюдь не случайен. И к этому важному моменту мы еще вернемся, потому что именно в этой G и есть вся соль в прямом и переносном смысле. И да, я предельно точно отдаю отчет о каждом слове и звуке фильма. Дмитрий Зодчий. Пронумеруем пластины металлофона слева направо и обозначим их так, как это сделано в фильме. Добавим порядковые номера букв латинского алфавита на соответствующие им пластины. Тогда обозначения пластин будут выглядеть так. В нумерологии важна энергетика простых чисел, поэтому упростим то, что сочтем нужным, и оставим без изменений то, что в неупрощенном виде имеет собственную сильную энергетику. Тогда пластины слева направо будут выглядеть так. Все получившиеся числа непростые по смыслу, их значения относятся к категории понятий «высший смысл». В нумерологии 11 – число андрогин, мужская манифестация женской природы, путь змея, тантра левой руки, бог войны. Трактовка числа 11 также неисчерпаема, как породившая его вселенная. К
Как в микрокосмосе в нем отражается многообразие полярных свойств. 11 обозначает чувствительность, творчество, бесстрашие, сообразительность, высокомерие, деградацию, насилие. Эта многоликость толкований выражает особенность, присущую господствующим числам. Если цифры от 1 до 9 несут в себе полный спектр качеств, наработанных человечеством, то управляющие цифры отвечают за сверхъестественный план познаний. Сакральное значение числа 11 связано с его особой ролью в древних мистических учениях всего мира. В Древнем Египте цифра 11 была знаком великой Нут, богини ночи. Ее почитали как прародительницу звезд и богов, а также защитницу мертвых, которая поднимает души усопших на небо. Каббалистическое древо жизни, древо Сфирот или Сефирот, в полной мере отражает двойственное значение цифры 11. В нем оно может проявляться как скрытая сфера знания Даат, открывающая нам тайны мироздания, или опускаться в нечистые миры Клипот. Какой квадрат определять? 3-8? Нет, 1-6. Мальца позывной. Как записывать? Зга. Божья искра. С точки зрения сакральной геометрии, 11 – это балансировка на грани добра и зла. Балансы нарушены. Вы переусердствовали. Зависнуть между небом и землей – вот что такое число 11. И хотя в его основе лежат две единицы, две изначальности, два истока, две силы, но 11 единолично претендует на превосходство. Она следует сразу за числом 10, высшей ступенью десятиричной системы. Есть такое слово «превозносить себя». Это про число 11. Число 12 – это изначальная природная целостность и гармоничность нашей Вселенной. Издревле считалось, что число 12 управляет мировым порядком. Оно присутствует везде, начиная с мифологии различных народов мира и заканчивая современной системой контроля времени. Примеров масса – 12 богов греческого пантеона и 12 подвигов Геракла, 12 колен Израилевых и 12 апостолов Христа, 12 имамов Мухаммеда и 12 колен в буддистском колесе перерождения, 12 звуков в полном звукоряде. Ну а в реальности мы имеем 12-летний цикл восточного гороскопа, 12 знаков зодиака, год, разделенный на 12 месяцев, и 12 секторов циферблата часов, по которому минутная стрелка движется в 12 раз быстрее часовой. Наконец, 12-ричная система мер и весов по сей день существует в западных странах. И даже русский алтын – это 12 полушек. Все это говорит о том, что числу 12 во все времена придавалось особое значение. По утверждениям некоторых источников, 12 является еще и символом истины. И это вполне логично, ведь за ним система мироустройства, правильность которой никто не возьмется оспаривать. Это цикличность, согласованная с ритмами живой природы. 12 систем организма человека. Важно отметить, что в основе гармонии числа 12 лежит тройка 1 плюс 2. Наиболее гармоничное созвучие – это аккорд из трех основных звуков. Наиболее устойчивая конструкция стоит на трех точках опоры. Тройка – это основа равновесия. Это то, что не дает миру скатиться влево или вправо, сорваться вниз. Тройка заложена в основу геометрии самых гармоничных инструментов – гусли, арфы, балалайки. В музыке тройка непосредственно влияет на возникновение гармонии как самостоятельно, так и в сочетании с четверкой. 3/4 – размер вальса, 4/3 – интервал кварта и так далее. Тройка – основа основ. Число 8 тоже совершенно и неповторимо. Оно само заключает в себе симметрию – два круга, два цикла – земное и небесное. Свет и тьма, жизнь и смерть, как две стороны одной медали. Восьмерка символизирует знак бесконечности, петлю Мёбиуса,
замкнутую систему перерождений колеса сансары. А также этот знак, обозначающий Абсолюта, находится в кабинете возницы на панно на стене над каббалистическим древом жизни Сфирот, которое в свою очередь является одним из фундаментальных понятий в Каббале. Возвращаемся к нашему металлофону и вспоминаем, что на пластинах 3 и 7 буквы стерты. Получается, что именно от их значений будет зависеть итоговый расклад игры. Для этих пластин у нас осталось только две буквы – Си и Ди. Это, соответственно, ноты До и Ре. Но какая из них стоит на третьей пластине, а какая на седьмой? Кроме этого, бросается в глаза сочетание букв Си, Ди. Да это же стертый диск, стертая информация. Ну ничего, достанем из кэша.